Всем привет, друзья, с вами Вадим Дакахаус. Мы играем в карту зомби, возможно, с профессионалом. Сейчас мы это проверим прямо в прямом эфире. Человек сказал, что он шарит. А поле строить? Да, строить тебе нужно апнуть Dota 2. Всем привет. Тоже. Тоже привет. Получается, что сейчас до этого мы играли как умели, а сейчас нас будет учить умелец. Мы, во-первых, будем пытаться добывать золото. Во-вторых, мы что еще будем пытаться? Ну, как-то больше ходить по карте. И брать, получается, вот какого-то Steam-милиция, да? Да, бери Steam-милиту. Строй несколько собирателей. Прям сразу отправляй их на железо искать. Вот, допустим, здесь железо. Идешь Steam-милитой, призываешь рабочих, они вот сразу добывают. Видишь? Халява. Но это надо еще, конечно, чтобы была у тебя руда какая-то. Майнинг склад. О. Так, подожди, а один ополченец это просто защитник, да? И два нарубивателя. Да, да. Потом будут футмены и капитаны. К слову, вот этот стимилит, он на третьем тире дает ауру на скорость атаки. Что двойня полезно. Блин, надо ополченцам, конечно, было чуть разведать следующие жилы. Может, сейчас вот быстренько дорубим и все. И толку. Апа, это два у тебя уже по золоту хватает? По дереву не хватает, я, блин, поздно подвел чувачка. Давай разделимся. Кто-то пойдет в одну сторону, кто-то в другую, так больше охват будет. Да, надо, конечно, обязательно разведывать. О, я нашел, ты нашел. Добывай, я дальше пойду. Окей, почти. Так, ну блин, как-то многовато у меня. Я и так двух призываю, еще трое у меня тут есть, не знаю. Ну посмотрим. Ну, желательно милитой идти в другую сторону, пока зомбы не пошли, и добывать сразу в разных местах. Блин, ну добыча прям вообще сумасшедшая. Так, я почти делал тир 2, но так как стратегия совершенно другая, чем до этого, я буду тупить. Возможно, мы пройдем хуже. Несмотря на то, что мега-профессионал тут. Ладно, не преувеличивай. Смотри, сейчас апаешь Т2. Мой тебе совет, возьми... первый перк, который дает бонусное золото с убийства зомби. Ого. Один из нас пойдет... Ну, я уже взял Repair Tower, а тебе предлагаю взять, соответственно, милиту, построить казарму и подефать нас вначале футами. Они также нам пригодятся, чтобы защищать наших рабочих. Блин, а как-то вот скилл сразу виден у человека... Так, марки надо строить, блин. Сразу да, виден скилл у человека, что... а что ты далеко? Что ты, получается... А, подожди, это надо построить еще дефенс-инженера. Ты куда не идешь, у тебя там руды постоянно. В том месте. Не, ну прикольно так бегать по карте, не просто запираться у себя там. Так, активируй маркет свой. А, о, точно. Полезная тема. Так, и надо строить барак. Training grounds, да, то что? Да-да. Окей. Так, ополченец. О, ополченец что-то нашел. Ура, добываем, ребята. А получается, defense, вот этот Steam милиция, он если что, что-то сможет вообще сделать? А он же может сдохнуть вообще, у него мало хп. Апни его с Т2, там кнопочка есть. Блин, сейчас... У меня что-то денег немножко. Нету. Я построил только первого футмена. Так, апгрейд ту футман. Оп. А интересно, если бы я призвал добывателя, а потом апгрейднул футмана... Да-да, это можно абузить таким образом. Блин, я не поабузил, надо было чутка подождать. Так, еще у меня сейчас первый... А, вот здесь построил, тут построил. Все, первый футмен. Футмен сейчас будет деньги зарабатывать, да, я так понял? Угу. Ну, он скорее будет компенсировать трату на него, сильно много ты не заработаешь. Тебе нужно выйти в 3 футмена для надежности. Денег у нас достаточно на этой карте. О, я здесь зарубил всех зомби. А, надо было, конечно, побегать, еще что-то поискать. А золото только на следующем тире, да, я смогу добывать? Да. Так, а ты куда пошел, алло? То есть надо бежать к твоим стенам туда, что-нибудь. Оп. Ну да, дефаешь стеночки. Так, и надо еще найти как-то руды. А как найти руды еще, ты не знаешь?
Ходишь, ищешь, прикрываешь своих рабочих. Желательно сейчас чуть-чуть вернуться ближе к базе, потому что когда пойдут собаки, они могут убить Мелиту. Ну да, потерять его, конечно, не очень, потому что овец сложно потерять, они сидят на базе. Хотя в целом можно и так и с этим справиться. Ну то есть реально у меня три футмена, и они всех... О, блин, я футменами ушел, а пришли. Так, нельзя так делать, я понял. Возвращаемся. Defense Worker. Нет, живи, живи, живи. Он, конечно, Defense Worker. Так, надо еще, наверное, футмена сделать, я не знаю. Да-да, сделай еще футменов. Я немножко стеночки как бы, забыл поставить. Нет, нет, нет. Мы сейчас так разыгрываемся для первого раза. Ну, мы сейчас этот, мы на прохождение. Мы разыгрываемся на прохождение сразу, если что. Так, все, отстаньте от него. Вот вам достойные цели. Да вы задолбали. Чего вам так этот Defense Worker сдался? Ой, там справа проломали нас. Так, ну один, наверное, справится с ними. Текс, а что сейчас делать? Как золото добывать? Надо, во-первых, не забывать в рынке менять, наверное, дерево на золото. Да. Так. Так, что-то слушай, там... Правда, сложно говорить и играть одновременно. Да, да ладно, оказывается. Позвал человека из комментов, и он понял, что, оказывается, когда ты говоришь, ты меньше замечаешь и играть сложнее. Вот оно что, оказывается. А думали, что Вадим просто нубас. А оказывается, тут надо... О, ё-моё, а что так усыплятели пришли? А мы без сенок вообще. Тут мы на задефу, вот я еще треп поставил. Достаточно будет. Так, а куда мои работяги пошли? Идите колоски добывать. Так, ну прикольно, прикольно. Вообще мы без башен практически, безбашенные мы ребята. Так, давай атакуй. Ну золота ни черта у меня нету, непонятно. Stone walls надо сделать, то есть надо сделать... А где у меня эльф? А у меня эльфа даже и нет, что? А, есть, что это? Сейчас эльфа и не может быть. Так, делаем кузницу. Что-то вообще такой... Хаос творится на карте. Если честно. 2К хаос получается. Получается. Вообще со всех сторон лезут, тут бьют, там ломают. Эти все никак не могут дойти до сюда. А футмены как хиляются-то вообще? Да ты их просто размениваешь, выходишь в следующий тир. Возможно, мне стоило самому пойти в менов. Да нормально, что я больше контента даю, показываю. Ну ты там, да, ты там справа сам справься. Не, ну этот Steam товарищ вообще очень какой-то мощный, сильный. Так, ну я могу следующий тир делать, ура. А, тут двух свордсманов он призывает, ничего себе. Да. Так, ты апнул Т3, получается? Апнешь, да? Начинаю, да. Отлично, вот у нас золото есть на базе, сейчас добудем. И можно будет выйти. Смотри, на Т3 возьми танки обязательно. Ага. И я тебе сейчас скину денег. Ты построишь танки. Сразу строй следующие танки, там, за пищу. Тебе нужно построить парочку домиков. Ну, танки, которые пассивочные мне строить. Да-да-да. Блин, враги на базе, алярм, нет. Отстань, поганый зомби. Так, подожди, значит, все, я делаю, во-первых, танки, во-вторых, улучшаю барак. Да, улучшаешь барак, я тебе золото скинул. Так, еще улучшаю сразу своего инженера. Капитана. А, блин. Построй инженера, который первый. Да. Который домики делает. Да. Вот, сделай несколько домиков. В твою сторону построю, ладно? Да, без проблем. Значит, майнерами кликни у них скилл на золотую жилку у нас в центре базы. Я постоянно не успеваю. Так, майнерами скилл на золотую жилку. Угу. Ого, задиспелил, не уяз. Да. Так, а где этот танк? Подожди, у меня только лайт-танк есть. Сейчас, значит, по-моему, там порох еще нужно. А, да-да-да, ганпаудер надо. Да, я, конечно, постоянно туплю и не делаю сразу оба. Ну, то есть, вы
сначала вызывать чувачков, а потом улучшать этого челика-вызывателя. Так, ай, милитари академию прям надо строить для танков, что ли? Вот казармы, если еще, ну, ты можешь апнуть их следующий? Да, 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 походу надо было сразу, я просто раньше никогда не строил первые казармы, я просто два раза апнул, сейчас два раза деньги потратил, а так можно же было сразу построить более мощную. Так, золото мы добыли, мы красавчики. Вот, сейчас, когда выйдем в танки, пойдем до следующей жилки. Так, все, строю первый танк. Ну, что-то как-то вообще все тяжко. У тебя там нету вызова еще? Нет, я уже вызывал. Сейчас первый танк выйдет, конечно, должно быть полегче. Что вообще тяжко. Не переживай, нам нужно разыграться. Ты по этой стратегии не играл, я тоже давно не играл уже в эту карту. Нет, это пораженческие слова звучат. Все нормально у нас, мы молодцы. Так, все, танк вышел, сейчас надо еще один танк. Да, делай танки. Можешь дать мне контроль, я буду тебе помогать. Подмикивать с танками. Так, и чё, сейчас надо идти, получается, с Гезерерами и Челиком. Чё тут? Танк только тупить начал. А, ну ты его... Окей. Да, там не влезал. Так, ну и дома надо строить, очевидно. Ой-ой-ой-ой-ой. Чё тут тяжко вообще. Денег за пуджей дается вообще миллион. Так, надо грейд обязательно на деньги еще. Блин, а у меня вот отравлен этот... Ай, у тебя тоже отравлен. Steam Engineer. Да, да. Конечно, так себе. Че так себе? Все нормально. Надо третий танк сейчас я построю, когда деньги будут, а денег нет. Тогда все будет хорошо. То есть ты сейчас полностью хочешь закрыться, да? Или оставить только один проход? Мне тут ворота можно делать, поэтому можно закрыться, оставить ворота, танки нас подэфуют. Сейчас 20-я минута, но мы немножко припозднились, в принципе. Блин, да у меня 1700 дерева, я постоянно забываю менять. А это важно. Так, все, я наконец строю третий танк. Пора уже. Блин, рабочий у тебя ранен. Тяжко. А как похилять своих? У тебя же Steam Engineer сейчас сдохнет нафиг. Не, он не сдохнет, просто уже пусть сидит на базе. Ой-ой, проломили. Ладно, я вызову титанов тогда. Ой, уже воздух летит, ё-моё. Смотри, у этих танков есть скилл. Да-да-да, я знаю, я знаю. Это... Танками мы отбивались, мы же дожили до босса уже, так что... Так, ну все, у меня есть три танка, у меня мало денег единственное. Что делать, когда пойдем добывать? Или сейчас слишком все плохо? Так, поставь легкие танки. И с ними сейчас пойдем, и сделай еще парочку рыцарей, очень хорошие юниты. А где рыцари? У тебя должны быть, по идее, там рыцари. Не, блин, у меня нету рыцарей, я походу барак загрейдил, и они пропали. А. Просто обычно в милит ушел мой напарник, а я как бы... Стеночки. Ну, походу, надо было просто для танков построить сразу барак следующий, а я улучшил два раза, и теперь я, к сожалению, могу только танки вот эти строить. Некры вон... Ой-ой-ой! А, некр нормально вообще рабочих твоих завалил. Да, да. Я-то как-то играл, некромант мне так 20 овечек убил. Ну, это такое у нас обидно. Тоже было. Не знаю насчет 20, но многовато. Видно. Так, строю лайт-танки, продолжаю. Они ранены, конечно. А, можно следующий тир выходить? А, или челика уже улучшать этого нельзя, получается, да? А, все, лайт-танки лимит уже, все. Да-да, там три танка максимум. Ты чё, давай, говори, что нам делать. Играть же легко и одновременно комментировать. Давай. Вадим не заметил. Вообще молчишь. Давай, стратегия. Рули нами. Сейчас мне нужно построить уже тоже домики, выйти в антиаэр.
Да, антиэйр важная тема, учитывая, что в конце там 60 воздушных чувачков прилетает. Примерно. Да. Так не, а мы из базы, получается, сейчас уже не выйдем, да? Ну, по времени, наверное, мы уже не выйдем, потому что без танков база рухнет. Не, ну лайт-танки-то нам не нужны. В принципе, три танка вроде и так должны защищать. Так, я могу сити-центр, конечно, строить, но непонятно зачем, блин. Но заводов у нас очень маленькая база, и заводов, к сожалению, я уже не влеплю тут никак. Ну да, база, конечно, может быть получше, можно было поискать. Я тогда попробую просто работягой вот этим побегать, золотые жилы порубить, может, что-нибудь получится. Или они все за ним побегут? Не-не, они не побегут, там будет даже меньше зомбов. Так, ну-ка. Просто давай у только... меня цель попробовать золото подобывать. Давай, а, ну ты тут уже вызвал. Тут просто рядом зомби ходят, поэтому они могут согреться. Так, а у нас тут мэны, всякая фигня. Ой, лайт-танки вышли зачем-то. Так, ну моя цель пока домики тупо улучшать, да, я так понимаю? В чем моя цель? Скажи, что мне делать? Тебе по-хорошему выйти в Старфорты. Я тебе могу деньги сейчас покидать тоже. Так, ну сейчас я сделаю дефенс констрактора. Блин, кончились. Чувачки, добыватели кончились. Отстой. Ой, воздушный челик прилетел. А его никак не убить, да? Нет, здесь никак. Но он не опасен на данный момент. Ну сейчас можно быть... вместе отойдем другой жилке. А, тут еще один прилетел. Блин, тогда сюда пока отойду. Оп. А, ну в целом что, я могу тут пока порубить, но будет он мне бить юнитов и будет... И чё? Я здесь. Ваши войска атакованы. Так. На! Блин, зомби сильный. Гад. Уже и визионисты пришли. Ой-ой, сколько у меня денег-то? А, надо Старфорд строить. Так, а для Старфорта нужна сити-центр, цемент. Нужен цемент. А я делаю уже следующий тир, не знаю зачем, если честно. Ой, нас пробили. Объективно говоря, здесь мы не пройдем уже до конца. Как не пройдем? Мы проходили, как играли как нубасы. Сейчас я цемент доделаю, построю Старфорд всеми рабочими, и все будет хорошо. Думаешь? Ты главное, ты еще и дезморалить успеваешь, видишь? Где? Старфорд. А что тебе еще надо-то? Сити-центр. А, сити-центр это последний, что ли? Ганпаудер-то, потому что я явно сделал. Ну да, сити-центр последний. Блин, а чё так плохо-то? Ну чё, это разогревочное. Я тебе говорю, не переживай. Сейчас мы разогрелись. Смотрели, я тебе просто говорю, что мы не пройдём сейчас, потому что дали по времени. Давай рымака. Давай. Так, всё, окей, тогда забегаем. Блин, здесь золото зато рядом, до черта вообще. Если мы его добудем, то будет круто. Так, я строю, смотри, сразу двух добывателей дерева, ферму. Ну я также, да, играю. Так надо где-то добычу еще сделать. Двух собирателей или одного там, чтобы у тебя было несколько вначале. Отправляешь стимилиту в одну сторону, собирателей в другую. Когда найдут зомби, уже объединяешь их. Окей. Так, ну строю еще этих двух собирателей, да. Надеюсь, что-нибудь насобираем. Ну где-то вот здесь вот был рез. Сверху сейчас посмотрим, но тупо, блин, что два золота под базой, которые пока не скушайте. Вот золото под базой. Но зато в лейте мы их добудем. Так, а ты что стоишь-то? Алло, работай. Ну без овечек непривычно, я привык с овечками играть. А вот, вот рез. Ура, я нашел рез. Ой, здесь резы. Найс. Так, ну-ка. Опа, добываем. И тогда получается этого ополченца в одну сторону, стим-милицию в другую сторону. Да. Чтоб прям вообще максимум. Сейчас я где-нибудь зафейлю, например, в переходе в тир 2. Тебе главное апнуть, в принципе, тир 2 быстрее, тоже как только появляются ресурсы, строишь маркет. Я уже апаю, например. Я тоже. Маркет дает тоже хорошие деньги.
Так, у меня что-то тут по дороге было железо, но я его потерял. Ну ладно. Так, сейчас тогда вот здесь вот челик вызовет, а вы идите сюда и как раз объединитесь с этим челиком. Где-то вот тут, по-моему, было. Жалко, что нельзя точки на карте помечать. Так. А, сейчас я, получается, вызову, сделаю тир 2, улучшу челика. И еще раз вызову, скиллуха пошла просто. Оп. Рубим, рубим, пацаны. Так, и вот здесь у нас две жилы. Отлично. Так, в этот момент я сделал тир 2, делаю воркера. Сейчас построю под своим полем. Блин, я поле, конечно, влепил, писец. Ну, под полем построю рынок. Ой, как я быстро вырубил все. Считай, железо вообще на моем пути не встречается особо. Так, маркет. И тогда еще Defense Worker. Так, а здесь золото или там еще что-то было? Золото, блин, офигеть! Вот чисто наверх идти, одно золото на золоте. Просто писец. Да. Так, и Defense Worker. Ты строй этот рынок. Хорошая тема. Недостаточно древесины. Всем советую. Правильно советуешь. Так, где-нибудь там объединимся тогда, получается. Ой, уже зомби тут бьет, а у меня еще барака нет. Так, ты давай, иди дерево руби. Сейчас тогда пойдет у меня первый футмен. А где жилы какие-нибудь, что-нибудь? Алло. Винит Айрон. Так, барак есть, футмен сейчас пойдет. И грейт на... Да, на убийство. О, отлично. Здесь давайте вырубим. Оп. Так, а вы давайте сюда что-нибудь ищите. А ты давай сюда что-нибудь ищи. О, нашел. Офигеть, конечно, я добываю железо. Так, все, футмен пошел, футмен второй пошел. Хорошо, еще надо рабочих на добычу дерева. Я забыл, блин, караваны. Ну ладно, я это тут контролю. Я железный, король железной руды. Мне можно это простить. Так, третьего футмена, да, видимо, надо строить? Да, да. Да, это три футмена. Ну окей, здесь вырубили. Молодцы. Так, а здесь что? Блин, я черненького видел. Я увидел на карте кучу черненького, но это, к сожалению, крип, а не что-то полезное. Да, надо учитывать, что я сильно хуже играю, чем мой союзник в эту карту. Ладно, я тоже давно не играл. Так, тут только золото, а тут... Ну я буду отвечать за комментирование, а ты за скиллуху. Так, еще надо несколько лесорубов. Ждать меня контроль, я буду под контролем. Ладно. Так, сейчас. Блин, офигеть, конечно, вырубка бешеная. Так, контроль тебе дать. А, контроль не здесь дается. Так, контроль тоже не здесь дается. Дайте контроль. Так, все, нормально, не паникуем. Так, о. А, это зомби, блин, я тоже смотрю, что-то черненькое тут. Так, все, найсец, нашли. Нашли и добываем. Здесь футмены у нас. Можешь подконтроливать, да, моих футменов, я разрешаю. Так. Вообще, наверное, учитывая количество проходов, надо еще футменов, да? Футменов, да. Ну я сделал как минимум еще одного, сейчас. Не, ну реально все железо ходим вырубаем. Сейчас я еще одного футмена сделал. Ну да, давай, можешь реально подконтроливать. Блин, контроль 6. Алло, не мешай тут работе, зомби вонючий. Блин, сверху футмена что-то гасит чутка. Что, ладно, еще одного построю. Пипец, конечно, тут у нас. Не весело. Так, ладно, вызывай. Милиту верну. Ребяток. Че, одна умерла? Милиция? Милиту верну, говорю. А, верну. Ой-ой-ой, здесь что-то сильный товарищ. А, ну не, не такой и сильный на самом деле. Так, окейчики. Так, надо тогда сейчас... Что получается? Надо сделать следующий тир. Для этого надо сделать...
кузницу. Не-не-не, не здесь, не здесь. Ты куда? Ну ладно, пофиг, потом сломаю. Что-то с футменами реально траблы какие-то. Че, я еще одного футмена сделаю? Блин. Не, лучше не делай следующих футменов. Они просто в середине игры не отвечают даже раньше. Тут нужно выходить сразу, желательно, в капитанов следующих тиров. Нам не очень много железа попалось. Да, я рублю железо вроде все время. Правда, денег почему-то нету все равно. У тебя еще на поле пшеничном куча рабочих. А, куча... Да, кстати, надо одного возвращать, получается. Да, я рожь вообще не добываю. Так, что, надо сейчас, получается, делать следующий тир. Для этого надо делать Stone Walls. Надо вот этого чувачка чуть отвести. Так, а где? Где? Что-то вот в этой части вообще железа как-то я не вижу, если честно. Так, все, я наконец делаю тир 3. Я подзадержался в этом плане и опять плохо меняю золото. Так, ну-ка, ну-ка, тут что-то есть. Золото. А золото на тир. На тир 3, да, можно золото? Тир 3? Да, да. А, то есть сейчас я уже смогу золото. Сейчас мы будем добывать. Даже если у тебя как бы золотогейзеры, то бишь собиратели, я могу построить, просто передать тебе сейчас туда. Давай я тебе скину сейчас денежки. Построй несколько рыцарей там. Тоже для них домики нужны. А, для них тоже нужны домики. Блин, сейчас да, надо. Да. А, так, ладно, не успел. Оп, оп. Офигеть, золото сейчас пойдет в казну. Так, все, срочно. Строим эльфа-инженера, строим дефенс-контрактора. Улучшаем барак для рыцарей. Ага, сейчас строим тогда вниз дорогу, строю домики. Ой-ой-ой, киберспорт пошел. Тебе еще денег закидываю. Угу. Спасибки. Так, строим дорогу. Строим домики. Чё мешаете-то? Так, делаем тир 3 танки. Делаем дефенс контрактором. Сначала рыцарей сделай. Окей. Так, там рыцарей... Трёх рыцарей должно быть, 4 достаточно. Они потом окупятся, когда мы будем. Окей. Так, все, здесь... А, чё не добываем-то? А я не попал диспелом, лол. Ладно. Блин. Давайте, ребятки, рубим. Оп. Так, все, хорошо, рыцари поперли. Сейчас первый рыцарь выходит. Делаем... И сейчас уже в танки надо пытаться выходить, или как? Сделай еще одного рыцаря. Офигеть, у меня золото! Я что-то как-то уснул немножечко на работе. Да-да-да, ты еще отправь, пожалуйста, одного гейзера наверх, вот сюда. Тут у нас две жилы, мы их как раз дефаем. А у меня гейзеров нету на базе. Ну, построй несколько. Так я сейчас... Одного достаточно. Просто у меня три газерера ходят вместе с Steam-инженером. Я думаю, что все будет окей. А вот... Не, просто построй здесь, мы будем еще здесь добывать вместе. Ну, или я добуду, или неважно. Добудь, добудь, добудь. Что, ты, если что, ты мне золото просто... Нет, три нету, понимаешь? Один выходит, три. А, все, 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 я все, 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 все. Сорян. Сейчас я отправляю газерера, если что, можешь даже заюзать его. Так, что, ганпавдер я сделал. Делаю барак. Сейчас буду делать танки. Улучшил дома. Челиком построю еще дома тут. Надо деньги тратить, что-то денег вообще с золотом. Как ты только начинаешь его добывать, золото такое количество становится. Да-да-да. Вот поэтому я тебе говорю, рыцари полезные предложения. Так, ты что тут фигней страдаешь? А ну давай золото диспель. Так, все, делаю танки. Первый, второй танк заказал. Найс. Так, ну эти уже скоро исчезнут, ладно. Так, нет, ZX. ZX. Так, не мешай, тут добыча идет. Зомби проклятый. Так, первый танк у меня уже есть, найс. Второй танк сейчас будет. Супер. Ой, там пуджики, пуджики сверху, я этот танк наверх отправлю.
Так, ну идем к базе. Я помню, что там было очень много ресов. Так, все, этого зомби мы не трогаем. И идем сюда через атаку. Домики улучшаем свои. Если что, рыцарей можешь отводить. Они неплохо регенят. Даже почемой они регенят. Нифига. Круто, круто. Так, что-то я золото почему-то не вижу. Вроде по дороге было куча золота. Ого. Айрон. Ну, айрон тоже добудем. Мы не гордые. Солнце вышло, хуже стало видно все на экране. Так, что, достраиваю третий танк. Улучшаю дома. Строю дома. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Харвестеров не ломаем. Харвестеров не трогаем, блин. Мне убили тут ребяток. Жесть какая. А ну отстань, гад. Блин, ну ладно. Ты что-то кликаешь там, как киберспортсмен, короче. Что там у тебя происходит-то? Ну, танки я им контролю. Я добываю. Вещаю конструкторов. Мне просто не очень еще удобно за счет того, что мои здания юниты выделяются не твои, потому что приоритет в Warcraft при контроле другой. Ага, ну стенки выделяются, еще что-то, а не рыцарь. О, подрывника убить в поле, это круто, конечно. Так, гезери, ради гезери. Домики еще улучшаем. А, это твои эльфы. А где мой эльф? Что-то я свой эльф потерял. Эльф. Выходи. Странный эльф потерял. Ну ладно. Так, а имеет смысл мне заводы строить? Нет, не советую. Давай без них, по крайней мере, сыграем сейчас. Тебе следующий... Ну, вообще, как бы я, наверное, выйду теперь в Старфорте, или ты. Ты, наверное, жапаешь, да? Так что давай... Я апаю, да. Я тебе денег закину, как ты чапаешь. Давай, только, блин, я что-то золото больше не вижу. Может, его нет, конечно. А вот золото, ёшкин кот. Так, так. Старфорты уже буду строить сейчас, да, когда делается эта фигня? Да, да. Прям в углах базы их поставь. Чёртов эльф, я не понимаю. В углах базы? Подожди, еще раз. Да-да, в углах базы построй старфорты. Ты имеешь в виду, где твоя дефенс башня вот эта, например, да, или как? Ну, перед репайр тауэрами. Окей, блин, мне копеечки не хватает. А, я же не задиспелил. Эх, ну ладно, задиспелил золото. Так, все, хватает копеечки. Ну, мне с лесом сейчас будут проблемы, потому что я заводов не строю. Это обычно решается большим количеством рабочих. Ну окей, да, я просто в прошлых играх, я уже приходил к постройке... Ой-ой-ой, тут уже ребеночек, это ребеночка можно победить? Вроде можно. Я там на Steam Elite выжил? Да, да, я сейчас дерусь вот с челиком бешеным. Так, оп. Ага, Старфорд я построил. Сейчас теперь еще вот здесь строить, видимо. Угу. Блин, надо дома продолжать, конечно, строить, грейдить. Не отставать в этом плане. Ты давай тоже руби. А ты Харвестер, что ты Гезерер? Ну иди тогда Гезери. Назвался Гезерером, Гезери, как говорится в пословице. Блин, сейчас нет, не возвращай. О, ладно, они все равно пропали. Так, ну что-то я мало насобирал тут, конечно. Что-то танк тут меня убивает. Так, еще один. А сколько строить этих фортов-то? Ну, учитывая количество сторон, вот снизу слева построй еще два. И... Ну, хотя бы один еще в углу. Окей. И сверху один. Это будет достаточно. Снизу один, сверху один. Окей. Так, ну сейчас пока денег нету. Но скоро будут. Сейчас я золото там еще добываю. Давайте, ребятки. Да, но этот Steam чувак какой-то вообще имба по сравнению с овцами. Так, где мой дефенс инженер? А вот он. Так. Все, строю еще один.
Ну, сейчас со старфортами ранними вообще все будет хорошо. Единственное, блин, эти гезереры очень медленно. Они за два призыва не забирают... А, наверное, за два фул призыва они забирают все-таки одну руду. А, нифига ты тут золото добываешь, рыцарем контролишь, красавчик. Сейчас воздух прилетел, вонючий. А ну сюда. Все, нормально. Дерева не хватает уже. Ой, я сейчас прорублю тут проход. Блин, да, контролируй там, чтобы такого не было. Ага. Лесопилку потом можно поставить. А что за лесопилку? В смысле, чтобы рубить в другом месте или что? А, нет, лесопилка — это деревья наращивать. А, медленно растет деревья. Ну, прикольно, давайте ее влепим. Так, еще один Старфорд надо тогда построить. А где мой работяга? Текс. Все, сейчас построю еще Старфорд. И будет прям хорошо. Блин, ну без постоянных гезереров что-то вообще как-то не весело собирается. А, лесопилка так и не встала, к сожалению. Она только к дороге. А, тоже к дороге? Ничего себе. Там прям так написано, медленно восстанавливает деревья. Ну да, да, она довольно медленно. А, я, кстати, третий танк не достроил, лол. Наверное, все-таки надо достроить, он в любом этапе сильный. Да, он... А по воздуху старфорты стреляют или нет? А, нет, нет, я поставлю сейчас сантиметр. А лесопилка не улучшается. Блин, ну я не знаю, что с деревом делать без фортов, если честно. Построй вот здесь лесопилку, добавь в уголке дерева. Не лесопилку, в смысле, а вот первым рабочим. Ага. Окей, может там что-нибудь когда-нибудь, я, конечно, и так наращу деревья. Так, что там мана дал? Блин, у меня куча золота, вообще нету дерева. Надо еще рабочих, получается, сейчас построить. Сейчас я заранее построил много рабочих. Да мало дерева. О, найс, 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 контент пошел. Ну сейчас я дома улучшу, а то, блин... О, все, я под ноль потратил золото на дома. Так, ой, нам сверху стенку сломали, если что, кстати. Да-да. А еще строить старфорты? Ну, в принципе, можешь выйти, что это, базовую карту, наверное, в... несколько артиллерий, наверное, пригодятся. А что в тир-4 взять? Я забыл, ничего не взял. Тир-4, бери посередине, композитная защита. А, я ж... А, окей. Так, у меня же стен нету. Да, кстати, на будущее прям вплотную к стенам можешь ставить. Окей, у меня стен нету, точно надо строить композитную? Тебе это работает на Старфорты тоже, насколько я помню. А-а-а. Тут все строения написаны. Так, окей. Так, сейчас тогда... Ну, я, наверное, на всякий случай еще построю один Старфорд. Сверху. С твоего позволения. Но я все равно через клетку построю, не знаю почему. Так, снизу вроде и так нормально. И сейчас тогда, получается, надо выходить в арту. Сейчас дома доулучшаю. Так, в арту выходить. Для арты нужен грейд, я помню, нижний. То, что Rocket Science, да? О, блин, мне убили моего челика, к сожалению. Ну, им уже... Он уже не живет так здесь. На этой стадии. Что-то тут подожгли сверху. И здесь, наверное, по центру еще построю Старфорд. Пригодится, потому что Старфорд бешеный вообще. У него и ХП много, и атакует он как псих. Блин, мне сейчас твою штуку и мои дома будут выжигать. Да. Из-за того, что тут клеточки, они видят наше здание, блин, через это. Из-за того, что антиэйр, да, антиэйр, когда стреляет по воздуху. Не-не-не, там видишь уголочек такой из-за прорубленных деревьев. Не-не-не, ну как появился антиэйр, как только воздух прилетел. Они раньше, если бы видели, они, наверное, бы стояли бы там, нет? Это губка пришла. Губка вот этот флейм на землю кидает. Так а может губку можно убить танком, нет?
Ну, можно, если он достанет. Еще у него дальность космическая. Ну, конечно, вот это очень неприятно, когда губка вот так приходит. Конечно. Лучше уголочек не раскапывать, если они не видят. Ага, все, губку убил, найс. Да, у меня дороги ломает, а если дороги все сломают, то что будет, интересно? Да ничего, они дороги не... После того, как ты построил, они ничего не разрушаются. А. Смотри, да построй несколько артиллерий. Несколько артиллерий, окей. Но артиллерия очень медленно строится. То есть надо еще один барак. Или как? Мне, во что мне все-таки сейчас деньги вкладывать? В Старфорты или в артиллерию? Ну, по-хорошему, нам нужны все технологии. Но так как я чисто тут тебе помогаю, пока у меня нет особо денег, я строю антиаэр. Я могу. То я тебе просто тебе... предлагаю выйти сейчас еще. Ну, фортов достаточно. Я могу дать тебе можешь денег. Поставить просто. Арту. Хорошо, давай, скинь мне тогда много денег. Скинул. Так, и артиллерию, а где ее раскладывать? Вот я рядом с твоим антиэйром разложу. Сверху нас что-то проломали немножечко. Ой, тебя тут что-то на базе пельмени атакуют. Да блин, арта мешает пройти, тупая. А, из-за этого ни, ракет не хватило. Арта заблочила танк. Блин, ладно, вызывай следующий танк. Все нормально. Так, все, танки деритесь куда-нибудь, что-нибудь. Арта, раскладывайся, строим еще артиллерию. Что-то сверху, может, стенку построишь все-таки перед... Да, сейчас. Так. Сколько осталось? 10 минут еще? Нифига, еще куча времени у нас. Жалко, золото не сюда были. Еще дома улучшаем. Сверху что-то с антиэйром. Little problems. Так, раскладываемся. Так, теперь арта у нас снизу будет еще стоять. Вот здесь день. Что-то рабочие там раненые. Оп. Не, ну я это нон-стопом строю с двух артиллерий. Мне кажется, я сильный. Так, при всем уважении к сельскому хозяйству, поле я сломал. Да, уже пора. Сельхозугодие. Блин, сколько зато домов можно построить? Хотя, может, не до конца надо строить. Блин, база уже не хватает размеров базы. Блин, у арты радиус сумасшедший. А еще есть какая-то ядерка, насколько я знаю. Это что такое? Да, нюклерки. Вот по-хорошему нужно еще в них выйти на этом боссе, потому что... А как их построить? Тебе нужно сделать апгрейд в кузнице. Rocket Science и Gunpowder. Gunpowder у тебя есть? Чего? Какой апгрейд? Кузница. Внизу. А, роботикс, да? Не-не-не, роботы тоже хорошие, там у них аура на 8 брони на здание. Но именно Rocket Science левый, видишь, ракета. Rocket Science я уже давно сделал, без них арту не построить. Ну, ну вот, все, строишь у инженера Missile Silo. Defense Constructor. А, это как здание? Да, окей. Да. А где их строить? Ну, по-хорошему, там, где босс сразу не дает. Допустим, около моего города можешь построить. Над бараком я построил. О, дерево надо до черта. У тебя есть дерево? Нет, я уже тоже потратил. Да ёшкин кот. Сколько надо этого чертового дерева? Так, сейчас строю тут. А у него дальность большая, да, у этих миссил сила? Да, у них они разово запускают залп. Залп и откастуется пару секунд. Вот, допустим, давай закастуй вот в левый нижний угол. Посмотришь. Так, этот юнит я строю первый раз. Ого! Чё-то, блин, правда, все снесли уже до этого. Блин, дерева нету.
Надо... Блин, неужели покупать за 400 золота дерево? Ну это совсем будет зашквар. Мало очень антиэйра у нас, как мне кажется. Да, да, есть такое. Надо больше антиэйра, потому что воздух просто придет через 6 минут и снесет нас. Так, строю еще артиллерию, но из-за этого у меня вообще кончается дерево. Так, ну сейчас тогда я вот лесопилку, у меня что-то восстановило, я пойду тогда порублю, что восстановила лесопилка. Так, о, хватает на нуклеарку. Это где мой Defense Constructor? То есть каждый раз нуклеарку надо прожимать вручную, да? Да, да, лучше их в отдельную группу забинди сразу. Но они запускаются разом все, если ты кликнешь из группы. Поэтому лучше выделять из группы штучки. Ну, босс-то, наверное, все надо сразу, всеми жахнуть. Ну, да, и главное, чтобы он не отошел. Слева что-то проблема, у меня под базой, блин, воздух убивает меня. У нас очень мало антиэйра, давайте золото дам. Да у меня тоже дерева нет на эти штуки. Да поэтому одному, мне кажется, надо в заводы, пароходы выходить, не? Ну, обычно мы строим много рабочих. Я немножко поздно поставил. А, блин, я построил эти штуки, у меня теперь еще меньше дерева. Снизу проломили стену, если что. Так, блин, ну я буду покупать дерево, что ли? Нет, ну это совсем, конечно. Сверху очень большая проблема с ядерками. Офигеть, у нас конь уже обходит. Так, можно, кстати, вот эту штуку снести. О, найс, этот барак уже не нужен нам. Так, строю тогда еще один этот миссил сила. 450 дерева, пипец, конечно. А, места нету тут. Control 6. Так, а, ну он больше, чем барак даже, этот миссил сила. Ну, строю еще артиллерию, она хотя бы золото стоит больше, чем дерево. Тысяча 800 золота, нет дерева, пипец. Что-то голем какой-то бешеный. Мы сейчас его немножечко тут повеселим. Да, кстати, может, ты не знал, но если зомби копятся, они становятся аэром в конце концов. Они как-то группируются, не знаю, как я придумал эту штуку, но они превращаются в очень жирный аэр, как будто бы сливаются. Ну, аэр в конце у нас вылетает. Нет, нет, я имею в виду, в принципе, просто мы на тайге карте, там можно, допустим, есть места, где можно просто застроить лес, ну, типа, раскопать пару деревьев, зайти и построить лесопилку, лес зарастет. То есть база неуязвима для наземных войск, но они потом просто прилетают аэром. Огромным количеством. Слева, это сверху слева прорвали. Это тут взрывные, тут постоянно нужно будет строить стенки. Я постоянно этим занят. И подстраиваю аэр еще. Блин, непонятно, куда влепить эту фигню. Так, ты тогда спокойся. Еще построим несколько артиллерий. Инженер, иди руби. Так, а где мой дефенс-инженер? Дефенс-инженер. Ой, пришел чел какой-то. Демон, да, он закидывает дождик неприятно лично. Ай, он ушел, козлина! А я тут все осыпал ракетами. Так, пакуйся, уходи. Конь ты, конечно, вообще своевременный. Так, есть дефенс-контрактор у нас, нет? Походу, он погиб смертью храбрых. Ну, тогда сейчас строим новых. Блин, да умрут эти чуваки, нет уже? Запарили. Так, здесь давай ты пакуйся, а ты строй миссил сила.
Да умришь ты уже, насекомое, блин. Демон прошел просто все домой. Да, да, да. Все нормально. Вроде зарубили. Големы мне нравятся тем, что они вот такие более решительные. Они... А, блин, я не достаю тут. Не понял, что-то взорвалось. Блин, это взрывной пришел. Взорвал прям в центре арты. Да. Блин, нижние до верха не достают, нижние мистл силы. То есть не такой уж у них и большой радиус получается. Ну, да, как бы они так не достают далеко. Блин, тут, конечно, база, все застроено. Арта и рабочие не могут дойти до верха. Ну, можешь еще этот сложить, если какие мешают. Я не уверен, тут надо вообще не разложить. У тебя тут две арты вообще не разложены. Да, да, да. Я, ну, я строю их же. Короче. Не проходит мой. А рабочий. Чё Light Lord, Attacking House? Это что такое? Да я хотел рабочего там. А, ты тут еще меня уничтожаешь, короче, да? Типа зомби не хватает. Надо старфортов, мне кажется, больше было. Они же вообще... Бля, 4000 золота. Писец вообще, ноль дерева. Да, да, тут деньги копятся очень хорошо, если вложиться вначале. Заводы не нужны. Ну, мне кажется, что мы не готовы к финальному боссу. Ну, не очень, не очень. Если он придет сверху, их еще два будет. Ну, планировочка, конечно, у нас проблематичная. Блин, а у меня все, этот, весь лимит кончился. Так, ну сейчас, во-первых, же прилетит еще куча воздуха. Я не знаю, хватит ли этого антиэра, если честно. Ну, если честно, я сам сомневаюсь, что его хватит. Это очень плохо. Музон пошел. А это твой дефенс-контрактор. Жесть, сколько этого воздуха. Блин, ты бы сказал, я бы тебе дал ресов еще, потому что мы сейчас тупо из-за воздуха умрем. Ну, я немножко тут не в ресах скорее проблема, а что микроконтроля не хватает. Нужно постоянно отстраивать стенки за взрывными. Сейчас все еще застроено, блин, да, рабочие не проходят, блин, приходится что-то двигать. Очень мешает. Ну, да, тяжко. Может, это звучит какие-то оправдания негатые, но... Еще комментировать заставляют, да, что-то говоришь? Да, да, еще комментировать. А это же легко, на самом деле, ты просто говоришь и играешь, и еще планируешь, что на будущее. Это вообще для слабых. Блин, ну мы что-то с Женей лучше сыграли. Нам нужна база большая прям. Блин, даже до прихода босса не дожили. Да, да, да. Давай, короче, сейчас сыграем на карте с грибочками. Последний, четвертый. Там немножко попроще. Офигеть, тут зато металла. Офигеть. А, так это вся карта такая. Офигеть, да, да. Тут ресов. О, смотри, здесь какой проход. Надо сюда будет потом переехать. Внизу, внизу постройся. Внизу? Да, да. Ну, далеко от меня, на самом деле, построился. Да надо побольше места. Так, что, строю, построю поле, сделаю стим-милицию. Сделай одно поле и сделай гейзеров. Я построю остальные поля. А, ты будешь добывать, деньги будут идти поровну. Офигеть, я карта запущу, такая дикая по сравнению с той. Так, все, давай, рубим, ребятки. Смотри, видишь вот этот уголок? В лесу. Ага. Вот мы его потом забудем, на всякий случай, если захотим. И можем здесь застроить это дерево и переехать, допустим, туда, построить какие-то оборонительные сооружения. Если у нас будет лишний ресурс. Забавно. Ну окей. Так, сейчас тогда надо побыстрее нарубить ресы. Я поздно... Ну, я строил ранних гейзеров, потому что слишком много халявного тут железа, чтобы этого не делать. Поэтому я поздно построил лесопильщиков, из-за этого у меня будет более поздний тир 2. Но ничего. Офигеть, такая карта необычная. Не играли, да, еще на ней? Нет. То ли она закрыта, то ли что. Она, я такой первый раз вижу. Да нет, это вы про четвертая, она у вас всегда была. Ну, странно просто. Она... Ну, походу, мы ее ни разу не создавали. Хотя я думал, если честно, что мы все пробовали. Это на видео я чуть не видел, что вы играли на какой-то другой, кроме... Ну, не, мы, ну, не все попадало на видео в этой карте, потому что, ну, бывало, что мы там на третьей минуте
Делать нарезку отдач на третьей минуте не самое, может быть, лучшее. Так, ну зато здесь нет золота, только серебро. Ну блин, что-то да, реально я очень далеко от тебя построился. Возможно, ну зато... Зато толпиться не будет. Проблема в том, что здесь уже проклятая земля, а ты прям довольно быстро построился. Ну, блин, что делать? Давай, да ладно, что? Здесь всего два прохода. Да, и зато у нас этот, у нас еще фишка в том, что очень много места. То есть, ну вот, можно в заводы выходить, например. Кстати, из-за того, что мы построили справа, здесь, скорее всего, будут идти все волны именно справа. Слева почти никого не будет. Ага. Так, я тогда сейчас... По крайней мере, вот мы так строились. Подожду майнинг склад и потом еще так, оп. И рынок я строю, да, все-таки? Да, конечно. Так, и все еще милитари, да, брать? Ну да, да. Вначале очень хорошо помогает бафать. Не, ну милитари он не помогает, он только деньги дает. Ты если отведешь его от денег, здесь, допустим, он налево сопроводит вот это все. Ну так я все очень много гейзеров построил напрасно. На самом деле. Я так же, как и в прошлой игре построил. Это жадность. Не-не-не, в смысле, я трех построил. А, трех построил? Это просто я дабл спаун сделал. А, ты дабл спаун сделал. Так, да, я специально подождал, но это не сложно в целом. Так, что, строю барак. Ой, как будто само на... А, я на тачпад, короче, тыльной стороной ладони нажал. И у меня сам барак воткнулся, причем криво. Так а что, ты не планируешь строить маркеты? Я построю маркет, я просто вложился в фермы. Поэтому вначале деньги чуть попозже будут. Так, ну что, я тогда строю футменов? Да-да-да, построю футменов. Ты вот справа подефаешь нас. Так, а что стоим-то? Алло. Работаем. Построю еще нескольких гейзеров на ферму. Нескольких гейзеров на ферму, окей. Футменом моим, к сожалению, не пройти. Я тебе даю контроль, ты ворота открываешь, ты полностью. Не-не-не, ну ты сам открывай, я вот их могу туда отправить. Так, ну получается, из хорошего зато не с трех сторон, а в основном с одной вообще стороны будут проходить. Блин, ну да. Я просто не могу, что у меня караван стоит, служба идет. Я отправляю его на мое главное здание. А можно так? Да-да-да, можно. Офигеть! А я думал, что нельзя. Ну, что-то не, можно прям вот в эти здания. Можно. А как ты сильвер рубишь? Я не рублю его сильвер. А, ну это сдвоенная жила, походу. Так, тогда надо как можно скорее выйти в Т3. Да, вот желательно выйти в Т3, построить следующего тира либо футмена, либо рыцаря, если успеешь. Не, я вообще, чтобы руду разблокировать, имел в виду, ну и так. Ну, это тоже. Знаешь, если тратить сразу на следующий тир футманов, это потому что экономить деньги. Потому что они гораздо сильнее. Непропорционально своей стоимости. Относительно дешевле. Чего непропорционально? Непропорционально выгодней своей стоимости. А где все ресы? Я не понял. Я иду. Ресов нету, ни черта. Ну, может и. Кончились, что ли? Так, сейчас надо тогда сделать Stonewalls. Да, но я, конечно, то, что не направлял из маркета на твое главное здание, это косяк. Но теперь зато буду знать. Мы пробуем, ну, правда, мы в стену, по-моему, пробовали отправить. В стену не идет. Ой-ой, что-то плохо, надо еще футменов построить. Блин, дерева не хватает. На следующий тир. Чего? Контроль? Сейчас. Да. Сейчас чутка дерева не хватает на следующий тир. А, ну его бы хватало, если бы я тебе... Больше, конечно... футманов лучше не строй, лучше построй следующий тир футмана. Все, я заказал следующий тир. А, то есть я уже сейчас смогу серебро разблокировать? Да, да. Нифига имба. Жесть, прикольно. Так, ну я не так много лесопильщиков поставил, возможно, это моя проблема, а возможно, нет. У тебя рабочий? Кажется, его уже дерево. Что-то у меня не хватает газереров, что ли, двух там. Что-то твои тут просто стоят. Сейчас я руду разблокирую, поэтому их подведу. Так, сейчас уже скоро будут кони. А, нет, не так скоро, потому что для коней же нужна дорожка. Текс.
Оп, оп, оп. Вот это пошла нарубка, конечно. Жесть. Ну, я дабл спаун опять сделал. Там справа проблема у твоих выпадов нужно уже... Так, ну сейчас я сделаю два дома, сделаю улучшение барака, сделаю коней, все будет хорошо. Так, и делаю грейд на танки. Найс, все тут вырубили. Ну что, возвращаемся так к серебру. Так, все, строю коней. Двух коней сейчас уже заказываю. Единственная проблема в том, что да, кони, может быть, чуть припозднились, но я... Вообще, я все равно молодец. Вот так вот. Так, сейчас строю коня, и вообще скоро могу танков сделать, но я так понял, что пока несколько коней должны... Смотри, вот у тебя на базе там справа много скопилось, у тебя на базе есть такая кнопочка Last Hold, можешь ее нажать, сейчас она нам пригодится. Блин, такая это пока еще... Хотя, кстати, не задефай все здесь. Так. Блин, денег нету. Сейчас тебе скину. Так, оп. Так, рубим, 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 ребята. Так, и надо сейчас тогда поскорее сделать ганпаудер и танки. Да-да, четырех рыцарей сделай. Вначале будет достаточно. Блин, ладно, пока ганпаудер тогда откладывается. Можно подумать, что плохо, что мы сделали типа ранний last hope, но на самом деле пофиг. Не-не, он потом все равно бесполезен. Ну да, да, да. То есть в прошлой игре в лейте, если бы мы его сохранили, толку было бы немного. Так, надо ганпаудер делать. И сейчас тогда у меня пойдут скоро ребятишки. Не, ну такой найс, что серебро, что золото добывать. Вот у нас еще на базе куча серебра лежит. Ага. Ну я пока потихонечку иду. Так, все, строй барак. Строю еще. Обязательно после четвертого домика сделай апгрейд. После второго вообще даже более-менее выгодно. Вообще, после второго уже без разницы, там один то на то и выйдет. Ну да, 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 да. Ну, в смысле, после второго это неплохо, но зато хорошо, что ты точно не забудешь. Ну, да, просто домик еще пищу даст. После третьего. А, ну да, кстати. Есть такое. Так, строю первый танк. Ну все, мы сейчас по защите прям уверенно себя чувствуем. Да, здесь будет очень много аэров, поэтому мне потом нужно будет дерево, инвестиции какие-то. Так, ну да, надо сейчас еще построить инженеров, наверное, наперед. А еще надо будет все-таки в заводы мне выходить, наверное, заводы-пароходы. Да вообще зря я тут дома улучшаю, потому что... Ну ладно. Ну, лучше не улучшай, это лучше выберу. Вначале у нас куча места. Ага. Так, еще танк нужен? Да, делай максимум танка сразу. Лишнего точно будет. Так. А, здесь можно открыть ворота. Можно зайти сюда. Ты тоже зайди сюда. Потом закроем. Так, ладно, хорошо. Тогда строю еще тут домики. Туда-сюда. Здесь заходим. Здесь ворота закрываем. Диспел раз, диспел два. Оп, и начинаем добывать. Сейчас 22 минута. Еще только собаки пошли, а у нас уже рыцари. Так у нас уже танки, в смысле? Ну, и рыцари, и танки, да. Ну танк-то их прям... Танки поближе к рыцарям. Чего-чего? Танки поближе к рыцарям. Да-да-да, я подвел. Сейчас строю второй танк, потом когда-нибудь третий. Просто домики очень сладкие. Стимилиту я отправлю к твоим танкам, рыцарям, чтобы он был. Окей. Так, и ты давай иди последнее золото, последнее серебро разблокируй. Ну ресов, конечно, ты стимилиции вообще до черта. Так, построю еще несколько инженеров, просто на всякий случай. Но вообще это не так. Ой, блин, жалко, что к Пуджу подошли. Надо было Пуджа просто танками застрелить. И все. Так, делаю еще хиви танк. Да, но эта карта выглядит простенькой по сравнению. По сравнению с прошлой.
Ну, здесь главная проблема была в том, что аэро отразить. Это после 23-го обновления, по-моему, они обнули аэро. Что до этого он начал с атакой бил с плешом. И очень мало. Так, ну все, не, ну прикольно, что они вообще все еще с одной стороны идут. Ой, конь, конь один что-то тут. Постой-ка пока. А, ну можно вообще внутрь завести, да? На халде поставить. Да, заведи его внутрь, пусть похилится. Да. Так, а я пока домики строю, у меня все хорошо, дерево рубится, дерево тут не прорубишь, его тут миллион. Золото тоже до черта, на всякий случай еще... А, блин, у меня инженер на инженера точка сбора стояла. Такое себе. Так, сити-центр скоро могу уже сделать, но, наверное, еще чуть плюплю домиков. Я все-таки хочу сделать грейд на завод, если ты не против. Мне кажется, что это нормально. Ну, можешь попробовать, да. Мы просто никогда через него не играли. Здесь у тебя времени более чем достаточно для этого. О, все, все гэзереры на поле наконец вышли. Уже начал появляться эйр. Так, конь, конь, конь. Конь сюда. Конь сюда. Так, так, так. Ой, ты что-то всех овец зарубил, тебе не жалко? Бедняк. Нет, я вкладывал в домики уже. Я тир 4 сделал. Блин, ну если... Ладно. Сделаю пробельчик у домиков, чтобы юниты проходили. Учти, что на танк нужно два пробельчика. Да. Ну, одна ферма полноценная. Нет, ферма 4. Да. Ну, не знаю, короче, я одну ферму пропустил. Блин, да тут пельмени сверху летают. Сейчас я уже строю антиэр. Да куда ты летишь, вон? А, все, нормально. Надо было поругаться. Так, мне сейчас надо налево еще строить как-то заводы. Ты мне, блин, не тут строй, отменяй. Мне же завод надо строить куда-то. Ну так, нормально? Да вроде да. Блин, а куда заводы строить? Я, может, зря так воткнул. Так, беру пассивку на заводы. А чё тир 4 мне открывает крутого? Да вроде ничего особо не открывает крутого. Тир 4? Ну, старфорты, по-моему. А, ну да. Я могу строить старфорты, если надо. Да, да, строй. Рыцарь вывести. Блин, а, ты подконтролил, блин, а я этот атаковал танками некров. Смотрю, что-то они все не умирают. Так, а как мне построиться-то? Я даже не понимаю. Как строить заводы? Можешь мне немножечко подсказать? Как строить заводы, чтобы они ни мои, ни твои дома не сломали? Надо наверх идти, походу. Ну, давай заводы можешь внизу построить, вот под дорожки, которые ты построил. Получается, если что, можем вот в этот закуток уехать и там еще построить антиаэр. А заводы не помешают в таком случае. У заводов дальность просто колоссальная. Ну, я их никогда не строил. А, понятно. Тут что-то у нас на базе летает штучка. Так, ну вот, вот здесь, например, попробую завод построить. Можно, конечно, тот в тот закуток ты не прорубился еще? Я прорубился. Блин, я, походу, сейчас тебе дома буду осквернять. Сейчас посмотрим. Тебе дома же не очень нужны? Конечно, не нужны. Зато у нас с деревом не будет проблем. Так, ну-ка. А, о, идеально. Все, могу еще справа один завод впихнуть. Я сломаю... Можешь сломать свою, пожалуйста, свой рынок и построить чуть выше? И свою кузницу где-нибудь в другом месте чуть построить? Вообще, я бы наверх строил дорогу. Можешь свои сломать, и я буду наверх строить дорогу и туда влеплять заводы. Странно. А, ты Defense Contractor. Я думаю, что ты не то строишь-то. Не, наверное, не так. Хотя, ладно, попробуем так. Так, ладно, я немного занят строительством, но потом я весь в твоем распоряжении. Ты главное форты поставь, а то сейчас уже зомби потихонечку прорывается. Окей, строю. А ты куда пошел?
А, я без шифта. Ну ладно. Так, все, форты строю. Форты строю. Блин, а я там тоже в будущем. А те фермы в будущем будут нужны? Они или они уже бесполезны? Потом снесем их. У нас через минут 5. У тебя же куча места еще для всего. Ну, заводы, видишь, их просто надо на отшибе строить. Блин, я боюсь, что этот завод чтобы будет доставать. Чтобы форты построил. А, ну ты строишь, я вижу. А, во, идеально. Я просто идеально сделал все. Дом не портится. Просто для тех, кто... Блин, а что-то плохо справа, все. Я говорю, что нужен старт-порты. Да-да-да, я как ты сказал, я начал строить, но видишь, что-то... Так, что-то золота чутка не хватает. Есть чутка золота? Ну ты, мы рынки все сносили. А, блин, да, мне полтинника не хватает на еще один старфорд. Скину. О, все, есть старфорд, строю. Да не, вроде справляемся. Так, ну сейчас тогда я третий старфорд построю, раз у нас вся движуха тут практически. Смотри, железо, кстати, в этом закупке заставляется. О. Так, ну что, два старфорта, это круто. Сейчас надо еще построить старфорд, наверное, перед твоей хилялкой. Да вообще здесь можно все старфортами этими чертовыми застроить. Так. Все, строю еще старфорд. Блин, надеюсь, что смогу. Ну, вроде смогу. Так, и сейчас сверху еще построю старфорд. Все хорошо. Плюс еще заводы. Ну, как-то, знаешь, индустриализация требует некоторых жертв. А, я могу, оказывается, ломать твои поля. Надеюсь, ты не сильно расстроишься. Да хер с ним. Не, ну просто поля уже копейки приносят, тебе просто проще деньги буду давать. Так, и сейчас я еще один старфорд построю. Найс. Ну, 4 старфорта-то должны все отбивать. Слева ломают нас, лол. Так, надо один танк подвести туда. А, почему-то... Ту штуку я сломал с одного удара. А сейчас... Поломай чуть полей, пожалуйста. Ну, я немножко занят. А, ну ладно. Мне нужно на передовой строить стенки. Блин, что-то я плохо построил старфорд. Но если что-то тут сломать... Не, у меня сейчас денег будет столько, чтобы просто наплевать вообще на все. Надо слева, может, старфорд воткнуть еще, как думаешь? Да-да, надо будет обязательно. Штуки 3. Хорошего. Окей. Так, надо мне просто заводы сейчас строить, а я не могу. Бесит меня эта фигня. Так, оп. Надо просто уже этот деньги инвестировать в инком, чтобы мы потом тащили. Yeah. Жесть, конечно. 5 старфортов на одну линию. Это дичь. Правда, это, конечно, двойная линия. Не забудь, тебе еще нужно выйти в хотя бы 2 роботов хорошего. Этих чинильщиков, которые... которые ауру дают, там есть такие. Окей. Ну ты скажи, через сколько минут мне что примерно от меня требуется? Ну смотри, чтобы мы сейчас не сдохли, нужна арта. Или нюклерка, или арта. По-хорошему. Окей, хорошо. Сейчас тогда в ресерче ресерчу. А, блин, 525. Сайенс. Ну сейчас, зато у меня сейчас инком будет космический вообще. Если можешь тоже чинить... А, ну тебе и так. Ладно, я тогда своего комнату отправлю. Если туда вообще можно пройти. Так, все, делаю исследование, не улучшаю дома. Те, кто говорят, что я жадный, смотрите, что я творю. Так, а здесь сколько до дома? Блин, да хватает. Не могу вторую линию заводов воткнуть, к сожалению.
А это враг. Не мой инженер. Текс, ища. А, я барак себе сломал. Вот здесь могу воткнуть барак. Все. Воткну два барака и один миссил сила. Найс. Мельница уже мешает мне. Ага. Так, строю артиллерию. Бедные гезереры. Так, я строю артиллерию и построил миссил сила. Вроде все должно быть хорошо. Да блин. Полей тут понастроили. Епец. Так, и роботов сейчас еще закажу. Но у меня денег до черта, я вообще все себе могу позволить. Вот и прекрасно. Да блин. У меня танк почему-то ранен. А, это потому что я атакую твои земли. Так сломай поля, пожалуйста, они уже не нужны нам. Просто через shift. Оп-оп. Оп. Так, могу ракеткой жахнуть куда-нибудь. Ну ты там за фронтом смотри тоже. Блин, а есть там они улучшенные? О, есть. Да. О, наконец сломали всю эту фигню. Так, надо танк, наверное, все-таки еще сделать. Взамен сломанного. Так, я роботов сделал. Откуда роботы строятся? Из главного здания, да? Нет, из барака. Репейр-бот в главном здании есть. О, это он? Репейр-бот — это классный починщик, который зомби не превращается. Ага. И есть еще там второй в виде голема. Металлического. В виде голема металлического. Ого! И две штуки, чтобы на каждую из сторон отправить. Так, танк сюда, вы... А, блин, арта у меня не разложена, но я красавчик. Ёпрст, а чё столько червяков-то прилетело? Нужно больше арты. Да-да-да, не, просто она была не разложена совсем, а сейчас, сейчас я ее разложил, и ее стало сильно больше, потому что было ноль. Так. Текс, голем один, а голем не может пройти к фронту, к сожалению. Это он дает ауру, да? Да. Тебе нужно переразложить свою, свою арту тогда. И слева у тебя до сих пор нету Старфорта ни одного. А, да-да-да, кстати, косяк. Так, слева Старфорты. Где у меня Defense Engineer-то? А, вот Defense Engineer. Оп. Так, дома еще какие-то есть, наверное, не улучшенные. Есть. Так, и надо будет рынок еще рядом с твоим построить, чтобы давать тебе ресы, если что. Ну да, в принципе. Да нет, там достаточно. Так, снизу стену проломали, если что. Снизу слева, снизу справа. Справа. И слева там слабые зомби. Справа, да. Или слева, говорить. Даже... Два направления, там. Ну да, но слева-то фигня. Ну сейчас я Старфорд тут построю, вообще все хорошо будет. Так, ну а скажи, слева вообще арту, что-нибудь такое полезное надо или не особо? Ну, все зависит от того, откуда поют боссы. Ну, лучше поставить в центре нюклерки, вот на месте полей между моими домами. А они не дострелят тогда? Налево дострельнут. И дострельнут... Да право, наверное, они не совсем дострельнут. Да не, вот у них маленький радиус. Домов. Чего? Те, что у твоих домов стоят, они дострельнут до права. До права дострельнут? И, да, ну, вот эти вот. Ну, те у две, твоих... которые единственные у меня есть, да.
Ну, и несколько слева, типа, около моих домов. Окей. Okay. Так, сейчас я Defense Constructor еще построю. Построю еще роботов несколько. А, блин, у меня лимит заканчивается. Блин, нужны дома, а у меня все дома уже по максимуму загрейжены. Ну, надо было чуть побольше поинкомить, ты очень много вложился в факторку. Тебе, кстати, дофига золота. Скинь мне, я атмосферу. Пища мне нужна. А дерево тебе надо? Нет, дерево есть. Но я все равно скину. Не, факторки, они, если что, они по 15 золота дают, то есть у них есть смысл. С апгрейдом, что ли? Да. Я взял апгрейд, и они дают кучу золота, и кучу дерева, и вообще всего. Скинь мне еще золото, я сейчас свои дома, да? Ты даже, наверное, не все. Лучше вложу в оборону. Так, мне надо влево куда-нибудь строить. Тоже тут дома, наверное. Потому что лимита будет тупо не хватать. А голема можно сюда подвести? А-а-а, тут застроено. Блин, допилите эти деревья, чертовы. А почему не пройти? А, здесь застроено. Блин, сломаю свою кузницу. Блин. Скинь мне дерево, если у тебя есть еще. Да у меня до черта, я же за заводу пошел, да. Давай, давай, я тебя подфижу, чутка. Я-то богатый товарищ. Давай, давай. Не, просто я удивляюсь, что вы типа хорошо играете, но не строите заводы. Один строит заводы и решает для всех проблемы со всем деревом. Не надо строить огромное количество чуваков, париться, что что-то вырубишь. Так, я слева построил 4 старфорта, подвел голема, но у меня и слева есть 2 вот этих вот набора нуклеарок. Но надо бы еще, наверное, сделать, что ли, еще один. Ну да, нужно бы не повредило. Можно еще вот здесь вот Старфорд построить чуть сзади. Построй еще вот здесь стелзовый Старфорд, вот за вот этого закуски про запас. Что, у меня 10 чуваков халявных. Так. А туда можно пройти? Да, да, да. Где? По сравнению с репейеркой, скажи, где его построить. Репейеркой? Ну, поставь слева от репейерки. Я вплотную к ней. Окей. Okay. Лимита не хватает, у меня 166 лимита. И не хватает. Тебе еще ресов дать? Да нет, пока достаточно. Так, сейчас. Оп, оп, оп. Ctrl 7. Это будет Shift 6. Сюда надо... А, здесь есть уже работяга. Окей, так, здесь надо еще делать... А сколько арта лимита стоит? А, арта всего 3 лимита стоит. Может, надо было больше арт строить? Ну, я не помню, какой скилл у этого босса на этой карте. А, может... у каждого босса еще свой скилл? Да, да. Ну, у того было, да, каждый раз, когда атакуешь, волна летит. Ну, не каждый, он просто целый ряд запускает количество. Мне кто-то писал в комменты, что каждый раз, когда ты бьешь этого босса, из него вылетает волна. Да. По крайней мере, я такого не наблюдал. С кулдауном вот запускаю. О, эти чувачки пришли. От них сразу нюклерки запускали. Я запустил, да. Блин, он ушел! А, ну все равно, не, все равно ему хватило. Ой, хорошо. Так. Прикольно, я строю инком до сих пор, а говорю, что типа это все ради лимита. Ёшкин кот, что тут происходит? Какой-то большой гидрал пришел. Блин, слева заливают, и сейчас он уйдет, самая проблема. Не достаю.
Так. Defense Contractor... Не, не застроен даже тут. Построй какое-нибудь здание в этом закутке еще свое. Типа, там, не знаю, рабочих там. Защитное или... Нет, обычное, обычное. Defense Constructor, как я пытаюсь что-нибудь. Просто потом периодически получается, что на капле выживаем, и это маленький такой страпок. Окей. Так, надо еще силу строить, миссал. Блин, а где тут все Defense Constructor? О, вот Defense Constructor. Так, здесь тогда еще этих силу построим. Ресы нужны, у меня ресов до чертища просто. Давай, ты, короче, это, ты как более опытный реализовывай ресы, я тебе их скидываю, у меня просто лимит еще почти под максимум. А да, кстати, расскажу тебе, миссалки можно строить на фермах, поэтому тебе они не обязательно сносить. Угу. Не, ну для миссалок тут место-то вроде есть более-менее. 5 секунд. Ну, антиары должны, по идее, хватить. Надеюсь. Но слева у нас очень мало артиллерии. Но я тогда дострою артиллерию налево. Я не знаю, куда деньги тратить, на самом деле. Миссалки поставь больше прям. Везде миссалки поставь. И наспаем прям вот. Ну, я спамлю, да. Что... Место и фермы у меня. У меня в фермы все упирается. Вот минус заводов, конечно, да, что они не дают лимита. Но зато ресов до черта. О, так уже финальный босс, ни черта. Да. А, ну сейчас воздух, во-первых, он гадский. Да, кстати, всех рабочих лучше куда-нибудь в центр отведи, который у тебя добывает. Потому что они превратятся в зомби и будут кушать нас. Ага. Блин, я не уверен, что меня... А, это босс уже? Слева? Да, справа. Ой, справа, справа. Блин, ну он прорвался, писец. Блин, он двигается еще, гад. Ну одного мы вроде завалили. О. Блин, плохо, что все боссы справа. Давай, умри уже. Все, одного босса завалили, найс. Ай, он ушел, козлина! Куда ты сейчас пойдешь, ты гад? Жесть какая. Иди сюда, гад. О, найс, он прям под них подошел. Ну мы зомби почти всех завалили из хороших новостей. А, ну прикольно, у тебя две секретных миссил сила, получается, и они... Четыре. А, ну они, получается, такой наш последний шанс. Да. У меня 8 тысяч золота, 6 тысяч дерева, вообще... Так уж много, на самом деле, под конец игры. У нас было и больше. Ну да, ну я тебе примерно еще x2 от этого скинул, вот полтора. Найс! У нас порой было по 20 тысяч золота, там под конец 0 дерева. Ну, потому что вы завод не уважаете. Ты да, ты учитываешь, что у меня золота много, но я при этом его трачу, потому что у меня хватает дерева. А как зомби-то всех оставшихся убить? Ну вроде убиваем. Найс, не, ну эта игра намного для меня, намного интереснее, чем как мы до этого играли. Потому что ну, до этого ты просто сидишь, обнимаешь стены, а тут ты бегаешь, добываешь ресы, рубишь зомби в поле.
Да, сюда. И это еще очень легкая карта. Нас, не, понятно, понятно, что есть сложнее, но это мое первое вот прохождение, наконец. Поздравляю. Skills 3439, вот это я понимаю. Контент, нарубил я зомби. А кто еще остался-то? Ну, видимо, какой-то еще последний товарищ. Может, где-то застрял. А, вон тут. И репей, просто апокалипсис, базу снесли, все люди сдохли, ничего нет. И репейр-бот чинит завод. Вот это я понимаю. А вы говорите, мотивации не хватает. Чего? У тебя вот рабочий выжил один. У меня вместе с моими беженцами. Беженцами. А, ну получается реально вот этот уголок еще. А, ты можешь строить... А, это я заказывал, ладно. Из своих милитари академий. Ну да, получается нормально. У нас был уголок последнего шанса. Если бы, например, так легко мы бы первого босса не зарубили, то зарубили бы второго. Но на той карте босс кажется намного сильнее, чем этот, потому что он вейвы кидает сумасшедший, а этот чисто вплотную рубит. Да, может, он жирный? Пипец. И выдерживает кучу ядерных ударов по себе. А чё, где? Это как-то скучно. Тут зомби где-то застряли. Из-за того, что они идут вот отсюда, они могут где-то застрять. Надо сходить проверить их просто, чтобы тебе зачли. Ну, воздух прилетел. Воздух ты не мог застрять. А, это был тот самый последний воздух. Да. Ха, ну, тот... нормально, 48 тысяч у тебя. Смешно, Total Lumber 12 тысяч. Но при этом у меня 12 347 сейчас. Ну, от заводов не учитывается. Не, возможно, не учитывается, действительно. Заводы, получается, добыли x2 от того, что я... Примерно x2, x3 от того, что я нарубил за всю игру, при том, что рабочих у меня было много. Заводы имба, короче. Ладно, всем пока.